Меня зовут Роберто Алессандри. Я начальник креативного отдела компании Томассини Италия. Томассини производит сумки уже более 10 лет. Это итальянская марка с итальянским сертификатом. Производство осуществляется полностью в Италии. Мы инвестируем много средств в исследование модных тенденций и стиля, в инновации и в ноу-хау. Каждый сезон мы производим новые материалы, новые модели. Мы находимся в постоянном поиске стимуляторов для динамичных женщин. Женщин, которые хотят быть замеченными, которые ищут в аксессуарах не только стиль, но и практичность и функциональность. В отношении коллекции «Осень-зима 2012-2013» мы выиграли премию «Миппель» за имидж и инновации, которыми мы очень гордимся, так как это очень важное признание для такой женской компании, как наша. На столе вы можете увидеть некоторые образцы из нашей рекламной кампании для зимней коллекции 2012-2013. Мы создали серию двухцветных деталей, отличающихся особой элегантностью и утонченностью. Черный цвет в сочетании с цветом шампань. Мы не отказались от инвестиций в вышивку. Речь идет о серии аксессуаров, отличающихся оригинальностью и вниманием к деталям, родившихся из исследования стиля, а именно, вдохновленные идеей женского корсета, как серии переплетений нитей, швов, сплетения. Что еще я могу вам сказать? Томассини Италия – это креативность, стиль и функциональность.